Вот здесь раньше был офис городской организации партии регионов. Почему-то никого нет. Тут мы видим георгиевские ленты. Различные лозунги по выборам. Какие-то конкурсы они проводили здесь. Есть вот агитация с Виктором Федоровичем. Украина для людей, говорит лозунг Виктора Федоровича 2010 года. Говорится в лозунге. Видимо, какое-то агитационное мероприятие вместе с народным депутатом Украины Алексеем Узаровым. На фоне баннера с его изображением. В общем, в офисе какая-то разруха. Реклама общественной организации Николая Азарова «Наш регион». Редакционное заявление. Кстати, вы не знаете, когда там в последний раз кто-то был? Я только позавчера приехала в Славяновск. Ага. А про офис партии регионов. Кто именно? Да хоть кто угодно мне. Приемная ихняя какая-то. Ну, Самсонов. Самсонов, да, он руку возглавлял. А, ну его задержали. Да, но его задержали давно, вчера. Их очень давно уже никого. Угу. Очень давно. Еще до вот этих бурных действий их вообще тут не было. Угу. А почему бывшие, непонятно? Но партия же осталась. Вы, получается, вышли из нее? Пока мы не можем сказать вам. Нам еще не дали. А у вас как-то было коллективное членство нам в партии? Доложили, да. Ну, у нас же на телевизор, радио, пока нам еще не доложили. Никто ее уже запретили, или она еще действует? Ага. Ну, есть такая инициатива запретить партию эту. А вы поддерживаете? Как вы относитесь? Это позитивно или негативно? Ну, мы еще не разобрались. У нас, я вам говорю, нет никакой информации, поэтому нам надо сначала изучить вопрос, а потом уже отвечать, ответить. Да. А такая же инициатива по компартии стоит тоже? По компартии? Да. Ну, я думаю, тут уже соответственно... Вы снимаете, что ли? Да, да. Чтобы мир был. А почему в 1937 году ее запретить надо было?